Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня наш обещанный, мой вернее обещанный кардиганчик для моей любимой мамулечки. Выбрала я все-таки вот этот вот, с дочкой мы посоветовались и вязала я этот кардиган. Конечно, не получилось полностью то, что это, но я думаю, я его повторила. Просто у меня не хватило ниток, если честно, на такой длинненький. У меня он получился жакетиком, чуть короче. Ну, я думаю, если кто будет вязать именно пальтишком, то нет проблем его удлинить. Сам принцип реглана воротника и всего остального, я думаю, я повторила. Поэтому мы начнем наше объяснение. Значит, девчоночки, нитки у меня были акрил, вот это. Вязала я в 4 сложения. Девчонки, говорю этот метраж и граммаж для того, чтобы вы приблизительно могли посчитать. То есть, если, допустим, это получается у меня в 200 граммов 150 метров, если в 4 сложения. Это из 4 клубочков я вяжу 150 метров, значит 100 граммов получается 75 метров. Вот приблизительная ориентировка по ниткам. Спицы у меня семерочка были, толстенькие. Вязала очень слабо, рыхло так. Вот как пыталась повторить, как здесь. Так, начала вязание я с рукавов. То есть связала отдельно 2 рукава. Вот такие вот, тут видно даже очень мало добавлений. Вот они, схемка на рукава, 2 штуки связала, схема на рукава, набрала 30 петель, это 27 сантиметров у меня получилось, и 5 добавлений с каждой стороны, 5 раз в каждом 13 ряду я добавила по 1 петле. В итоге у меня получилось 44 петли, 44 сантиметра и 40 петель, и всего провязала 78 рядов. 44 сантиметра для рукавчиков. Далее, вперед спинку я вязала одним полотном. Видите, сделала отверстие для карманов. И далее до проймы я вязала, опять же, одним полотном. То есть прямоугольник у меня такой с дырочками для кармашков. Сразу скажу, потом я вот эту часть вот так вот примерно распустила, потому что уже довязывала там у мамы. И не хватало ниточек, поэтому так получилось, что он у меня получился короче. Вот сама схема на этот наш прямоугольник. Значит, 112 петель, 120 сантиметров, 46 сантиметров в высоту. Это 46 уже моего жакетика, это не пальтишка. 28 рядов до кармана, 26 рядов карман, 24 ряда до проймы. Пройму я сделала прямо напротив карманчика, то есть 31 петля, 31 петля это полочки и 50 петель спиночка. Вот в этих местах, потом уже, когда я связала этот прямоугольничек, я вклинила эти рукава, то есть провязала 31 петлю, провязала весь рукав, присоединила, далее петли спинки, рукав и опять одну полочку. Так, это я дырочку сфотографировала. Вот видите, то есть вот здесь вот у меня кармашек, здесь я вклинила рукавчик и далее опять же вязала далее одним полотном, вывязывая эту пройму до горловины, то есть регланом. Пройму я сделала немного удлиненную. Вот сейчас я вам тут попытаюсь объяснить. Значит, вот есть, тут не видно, конечно, вот одна моя часть. Этот, если разделить визуально на 3 части всю пройму, одну часть я убавляла в каждом втором ряду, а вот эту я убавляла через раз. Вот сейчас далее схемочка, вот смотрите. То есть в каждом один раз в каждом втором я убавляла и один раз в четвертом ряду. То есть как бы чередуя, вот здесь вот видно. 2 убавления, потом пробел. 2 убавления и далее пробел. То есть 2/3 всего реглана я связала вот именно с такими пробелами. Далее 1/3 я вязала обычно, ну, в каждом лицевом ряду, по сути, делая этот реглан. И одна ведущая петля как бы этого реглана. И слева и справа убавления.
Вот таким вот образом. Для чего я это делала? Для того, чтобы удлинить эту линию как бы проймы, чтобы она не была под рукой, а была немножечко ниже. Вот я довязала до горловины. И далее я вязала. Вот мне нужно было сделать как бы вот этот переход, то есть спиночка, чтобы она была выше. Это здесь оно уже связано. Как я это делала? Вот смотрите на схемке. Вот разложенный наш как бы кардиганчик с этими нашими полосами. А вот, кстати, 48 рядов я провязала всего этого от проймы до горловины. Это 33 сантиметра. Вязала потом укороченными рядами, которые я очень люблю. Вязала вот начиная с петель спиночки и вот здесь вот на рукавчиках как бы туда-обратно, прибавляя по одной петле укороченными рядами. Таким образом получился этот как бы скос. Нарисовано некрасиво. Вот сейчас вот тут, здесь вот видно, что начала вязать как бы центральную часть со спиночки в каждом ряду. Вот здесь вот небольшие дырочки. Видно, что я это, по этой петелечке вот так вот прибавляла. Далее 20 рядов просто воротничка. Далее будут фотографии готового кардиганчика, девчоночки. Вот она, моя провязанная горловина. Пришила невидимые эти скрытые кнопочки. А, еще кармашек. Кармашек забыла вам сказать. Набрала с каждой стороны, сейчас скажем, не помню уже, 15 петель, провязала 20 рядов. И вот здесь вот по одной петле 3 раза убавила, чтобы получилось. Ну и сшила. Вот он готовенький. Фотографировали на ребеночке. Еще рукава сшила, кнопочки пришила. Кармашек, естественно, сшила. Ниточки все позатягивала, поубирала. Фотографировали на ребенке. Еще раз повторюсь. Жара 37 градусов. Она бедная, измученная. Мама пристала с кардиганом сфотографировать. Так что... Не смотрите на лицо, смотрите на жакетик. Вот она, моя доченька в жакетике. Это мама у нас, мы высокие с ней, а мама пониже, поэтому рукав здесь видно, что он коротковат. Но это вы уже мерите на себя. На маму оно получилось, мама моделью отказалась быть. Вот, карманчик. Без поясочка отказалась моя мамочка. Но я думаю, поясочек продеть это не проблема. То есть сам реглан, воротничок на кнопочках, рукавчик, как бы вот поближе, со спины, сбоку, видите, он получился короче. Но если бы я эту часть не распустила, которую я вам говорила, он бы был подлиннее. Вяжется очень просто. Вспотевший мой ребенок, бедный, мамой замученный. Вот, можно как бы отвернуть и носить так. Я думаю, в принципе, я повторила. Тут, конечно, если посмотреть, я так понимаю, ну и профессиональная съемка, конечно, дает о себе знать. Но я думаю, что сам принцип этого, я повторила этого кардиганчика. То есть вот он, регланчик. Отвернутый воротничок. Фотографировать красиво я не умею. Тот же рукав, на мой взгляд, и кармашек. Вот. Так что я думаю, что я его все-таки сделала. А с вами была Вика и школа рукоделия. Всем пока-пока.